существуют благоприятные периоды для жизни, для жизни на земле, и неблагоприятные, если такое имеет место, то как это запланировано и для чего? Или жизни, наверное, да? То есть я не совсем разобрал. Ну, значит, как таковых вот благоприятных и неблагоприятных я бы не сказал, что они есть. Считается, что там вот ночь сварога, и в этот момент просыпаются все темные силы. Вот. Но в любой момент, когда и хоть, это сказать, и темная идет ночь, там всегда можно оставаться человеком и создавать для себя благоприятные условия для жизни. Просто вопрос в том, что, как правило, в эти моменты, наоборот, не дают нам реализовывать свою жизнь. Вот. Но, тем не менее, в любой период времени, я думаю, нужно оставаться человеком, и тогда вот это деление, оно естественно, оно имеет место быть, потому что жизнь, она экспансивна, она развивается, она покоряется новые и новые пространства, а потом, в конце концов, она начинает сама себя уничтожать. То есть это как бы естественный процесс. Вот. Ну и у нас сейчас тоже, как вот считается, идет такая же ситуация. Ну, я думаю, что вот в любой ситуации можно, так сказать, всегда найти правильный выход.